Итак, всем доброго времени суток, друзья! Мы начинаем играть в Пасьянс Паук. Уровень сложности высокий. Две масти. Я попробую показать, как я выигрываю. Надеюсь, все-таки выиграю. С вашей, конечно же, помощью. Но для тех, кто не знает, Пасьянс Паук — это увлекательная карточная игра, где надо формировать столбцы от короля до туза. А сложность в том заключается, что ограниченное количество ходов — это первый момент. И второй момент — то, что разные масти. И не факт, что я выиграю. Но я надеюсь все-таки, что наконец-таки я запишу удачное прохождение именно двух, именно на уровне сложности две масти. Итак, поехали формировать столбцы. Значит, 10, 9 на 8, 4 на 5, 3 на 2, 8, 3 на 2, так, 7, 10. 8, 9 на 8, 6, 5 на 6, 5 вместе с четверкой, а 100, 100 будут. Количество ходов-то ограничено, может быть, все-таки подумать о... А, нет, тут пока. Что играем так, потому что по-другому никак. 7, 8, нет, дама. Беру подсказочку. Ага. 7, 8. Формирую уже столбец. Сюда, да, сюда. Вот видите, можно десятку вместе с этим столбцом виней на джокера червового, червонного. Но засчитываться как этот столбец не будет. Но можно переместить карту всегда. Пять. Десять. На даму нельзя. А куда можно? Куда все можно? Сюда. Ну давай сюда. Тройку. Восемь. Восьмерку на девятку. Так. Пять. Нет. Четверок нет пока что. И нам предлагают новую раздать. Интересно. А вот и тройки короли даже появилась. Тут джокер сюда, сюда, девятку сюда, тройку пока некуда нам ложить. Так поступим, или не так? Ну, пока так можно. Девять. 7 на 8, 6, еще одна дама, джокер сюда, а если сюда джокер, то что сюда? Пока нет. Но это не серьезно, что ты предлагаешь? Ну хорошо, предлагай так. И предлагаю вот так. Дальше что? Вновь на джокера. Двойка. И высвобождаю максимально эти столбцы. Пять. А четырех нет. Нет четверки. Да я сам вижу, что сюда.
Да я сам вижу. А мы тем не менее, мы все-таки тройка сыграем. Пятерка. Пятерка. И король. Нахрена он нужен нам, король? И еще на раздаче. Семь. Нет, стоп, отмена, потому что это важно. Так. Закрыть. 9, 10. А что ж сюда тройку? Какую тройку ее нет? Так. Так. Не, подожди, сейчас 7. И 9 вот так вот мы. 7. Пятерку, куда ж? Ох, масля, масля, масля. 6. 7. 4. Значит, десятку мы. А, вот оно куда. Вот, тройку на двойку мы 8. Сюда у нас пока формируется столбец, но еще вот 4, 3. 3. Есть туз, но не тот. Сюда туз моего. 7. И что нам это дает? 9. 4. 4 на 5. Да, но... На какую 5? Ну, давайте сюда. 7. 6 на 7. 4 на 3 и вновь четверка и вновь четверка и вновь можно сказать, что на пятерку. Ну а дальше глухо, пока у нас глухо по картам, хотя вот если так, двойку, тройку, двойку, нужен туз, а его нет, его зараза нет. Пятерка может быть так. Ага. А вот если я так сюда сюда. А, не, отмена тогда. Меняй. Ход. Да, и как мы видим, что двойка вот туз, тут должно быть туза, но с туза нет, поэтому. То есть, начинается колода должна с туза, а она заканчивается на тузе. В этом тоже есть определенная сложность. Дама, джокер, джокер, дама, дама, джокер, 5 на 6. О, как у меня сейчас голова виснет. Так, подсказывает. И что нам 9, 8? И что нам даст? Ну. А. Но дамы-то нет. Понимаешь, какой. А, можно, все, я понял. Да, вот, и у нас есть. Нет, у нас пока нет этой раздачи первой. Но все близко. Сколько даже может быть к первой раздаче. Так. Дама, джокер, это сюда. Вот сюда мы. И нам осталось только короля найти. Красного. А красный-то король не есть. И вот оно. Вот, отлично. Так, дама. Здесь король. Но нам это не волнует, потому что тут... Потому что у нас есть вот. И у нас есть раздача. Первая стопка. Первая стопка на 7-й минуте. На 8-й. Неплохо. Дальше. 3 на 5. Или можно сюда на 5. А сюда можно... Так. Отложите. А, ага, не, подожди, это я вернул назад, это раздача. Это я лажанул, признаюсь. Не надо так делать. 3, 2. И туз, просто туз сюда. Да, вторая стопка есть, отлично. 5, 4. 3, 2. 3, 2. 10, 3, 4-то нет,
8, но я вижу, что 8 можно формировать столбцы, но пока что не 5, 5. Можно сделать так, унести потом сделать вот так вот, шесть, пять, три, четырех нет по-прежнему, что-то тоже так развалить и вот так сделать, да, три, четыре, пять, шесть. Дама. И никуда ее не денешь. Двойку. Двойку сюда. Пять, шесть. Туз. Естественно, вот так. Семь. Семь, шесть. И здесь пять. И тут пять, но семь нет. Так. А зачем нам так делать? Ага, вот раздача есть. Да, я увидел. Я увидел третью раздачу. Да. Да, 4, 3, 3, 3. Третья раздача. Фух, увидел. 714. Пока вроде бы укладываемся или нет, но можно всегда на отмену нажать. 5. 6. Ну и посмотрим, что тут у вас. Какая карта? Нет, двойку, двойку мы сюда пристроим. Тройку. Четверку. А это мы так. А это мы так. Ну и что? Так. 10. И у нас последняя раздача. Двойку сюда. Мы привинчиваем. И нам нужна, да, новая раздача. Нам нужна Джокер сюда. Семь сюда. Шестерки у нас нет, но есть красная. Ай-яй-яй-яй-яй. А туза-то у нас нет. Ой, то есть туз-то есть у нас, короля нет. Еще одна раздача. Экономим ходы. Еще пробуем. Вот появился король. Появилось. Да, 7 на 8. Туз на двойку. Это так. Понятно. 7. 6. 6. И теперь как надо освободиться нам от... Ага. Что не так? Что не так? 10 на... Это вот так вот мы... Да-да. А, Джокер, да. Вот. Вот на короля. Стоп, стоп. Я что-то увлекся на короля. Семь. Семь, конечно. Да. Семь. Семь. А Джокера на короля не поставишь. Ага. Ой-ё. Ну ладно, вот так. И у нас 5, 4, и есть четвертая.
Четвертая раздача у нас есть. Ох, как-то сложновато-то. В любой момент может быть сообщение, что вы превысили лимит ходов. Шесть. И сразу сюда. А потом сразу вот так вот. 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 Шесть. Так, опять. И есть пятая раздача. Да, пятая раздача. Отлично. Отлично, хорошо. Так, пять, восемь, семь. Ну, тут четыре должно формироваться. Тут четыре, а тут три, два, пять, естественно. И еще. Так, нет, тогда Ахмен, у нас же есть еще одна раздача, и нам надо раздать раздачу, нам надо. Потому что без этого никак. Я надеюсь, у нас получится формировать столбцы. И не превышает число ходов 7. Король. 3, 4. Так, 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 так. А это 7, 9, 7. А где же 8? Вот 8, она закрыта эту зону. Вот сюда 8, 7, 6, 5. Да, отмена, отмена. Нет, тройку-то уберем, выкидываем, а сюда пятерку. И у нас есть столбец. Да, еще один столбец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть столбцов. Ну, теперь мы точно должны выиграть, что называется. Пять. Четыре, три. Тут два. Еще один столбец. И у нас последний столбец. У нас последний столбец. И мы наконец-таки... Я наконец-таки уровень сложности две масти прошел. Видите, ничего так сложного нету. Только возвращайте назад ходы, которые считаются неверными. 6, 7 и 4. Да! Было сложно. Ох. Салют, конечно же.
Хуя получил новое достижение энтузиаст. Да уж, энтузиаст. Такой вот я. Ну что ж, спасибо за внимание. Пока.